Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзор не простого героя, а вот такого вот душика. Я решил его немножко перекачать и попробовать сборочку на уклонение. Плюс ожог. Я показывал вам его с утеканием, как он себя обалденно ведет, когда у него тикаха рунами. Плюс ожог. А у нас сегодня будет такая вот сборка. Можно, в принципе, выживание поставить. Ну. Мы потестируем такую сборку, чтобы не попадали ожог. Единственное, нам сейчас надо будет, как всегда, перекачать полностью снарягу, хотя бы приблизительно там 5 словить. Но тут, конечно же, надо ловить. Только сказал хранитель леса, сразу же хранитель леса, правда, 4-й. Ну, в принципе, нам этого, думаю, хватит для теста. Так, тут, конечно, надо все переролить. Изворот сам по себе дает процентуальное, поэтому нам надо чем побольше созвездий на уклонение наловить. Ну, конечно же, не третьих, желательно 5-е. На киндюху нормально тоже само вышло на то, чтобы перекачать. Что-то плохо падают уклонения опять. Посмотрим, как сейчас у нас будет на этом герое. Ну, чем хорош душек? Собор энергии, то есть уклонение очень много встроенного. Забор энергии скиллом. Ну, по сути, он как бы автопрокер с быстрым набором, вот так вот используется. Ну, раньше использовался на PvP локациях, на некоторых фарм локациях, где надо делать забор энергии, потому что в свое время он был очень крут. Сейчас таких героев очень много, можно прокачать там разброс, и любой герой будет забирать энергию. Но тут суть в том, что он встроенный со скилла, и скилл реально у него срабатывает после каждого удара руки, ну, рукой, поэтому, в принципе, он один из таких самых топовых на забор энергии героя. Вот, раньше его использовали везде, даже на битве гильдии использовали при прохождении подземки 5-10, там, где у нас демоны. На PvP локациях он тоже, когда включался, его не сливали, очень обалденно снимал энергию. Ну, в принципе, он и сейчас снимает. То есть один на один он многих героев может ушатать. Особенно если у него будет отхила нормально. Но мы сейчас потестируем сборку на уклонение, я надеюсь. Как видите, уклонение просто трешует. Падает все, кроме 5-х уклонов. Отлично. Давайте еще 5-ки нужны. Хотя бы 5 штук словить, этого вполне хватает. На сегодня в PvP локациях его практически не используют из-за того, что у него жизни очень мало, и это реально печально. Какие бы у вас там прокачки не были, вас могут просто с одной плюшки ушатать. То есть это надо учитывать. Да, у него очень много уклонения, но от попадания ты не уйдешь. Тем более сейчас есть уже землеройка, которая игнорирует все полностью уклонение. То есть, блин, ну что 2-2? Дали бы 5-ки. Игнорирует, соответственно, сносит, наносит бешеный урон и сносит этого героя только на 1-2. Потому что жизни у душика реально очень-очень мало. Да, блин, это, ребят, самое-самое скучное и нудное занятие для меня, это ролить созвездие уклонения, там, либо какие-то чары для себя. Ой, печаль, короче. Что вам рассказывать, вы и так все сами видите. Можно просидеть полчаса и нифига толком не выбить.
Брали бы, если бы убрали еще эту тормозилку, было бы поинтереснее, побыстрее. А так, как видите, выпала там четверка, пятерка, и все, и приходится 3-4 секунды ждать. Я считаю, это, конечно, в мерах предосторожности, это круто, но, блин, очень мешает. Ну, они ж не думают, что у людей есть самоцветы на аккаунтах. О, наконец-то. Отлично. Ну что, ребят. 3 на 3. Идем тестить. Ой, показалось. Показалось, что пятерка, четверка. Давай, 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 рандомчик. Надо. Если вы думаете в героя вливать такие ресурсы, вот 30-е прорывы, я вам сразу говорю, даже 20-е и 10-е того не будет стоить. Этот герой старенький, добренький, хороший такой, но на сегодня он уже не настолько актуален. Потому что есть герои такие, как Стрелок, там где орнитоптеры забирают энергию намного круче. Плюс герои с точностью вкачанные. Ну, то есть вариаций разных замене для душика есть. Та же самая Медуза забирает, та же самая Кенди, только они немножко поинтереснее будут. Ну, в своих локациях, конечно же. Ну, сейчас мы сделаем с вами имбу. Давайте до следующей пятерки. Это жесть. Это просто аут. Посмотрите, сколько мы там. 8 минут. Блин, не можем выбить эти созвездия несчастные. Сделали бы какую-то более-менее бездонатную прокачку, чтобы можно было там ежедневно получать какие-то там от единички до пятерки, типа рулетки заходишь и сразу же у тебя есть шанс. Думаю, это было бы неплохо. Потому что для бездона вот так вот вкачивать созвездие, это очень дорогого стоит. Так можно и уснуть. Забыл, что мы тут делаем. Двойка-то зачем мне двойка? Мне пятерка нужна. Мы по 450 сейчас больше сольем, чем по 1900 будем ролить. Если же, конечно, упадет это пятая. Так, крит точность это не то. Крит жизнь заманчива, конечно, две пятерки, но хочется уже хотя бы пятую. На четверка, ну почему, блин, четверка? Пятерка надо. Вы издеваетесь. А хочется уже, хочется этого героя потестить. Можно также героя использовать на архидемоне. В принципе, неплохой вариант, особенно там, где действует забор энергии. Просто обалденнейшая тема. Но опять же, есть стрелок, который по дамагу больше, в принципе, наносит теоретично. Также сердцеедка, которая тоже снимает энергию хорошо. Ну, есть куча питомцев, поэтому без душика можно свободно уже давным-давно обходиться. Но мы, как обычно, трешуем и качаем. Ты, блин, это жесть. Как сложно, блин, словить. Вот смотрите, уже у нас за сегодня на двоих героев ушло около сотки. Это чтобы просто два героя так более-менее привести порядок. Ну, правда, оно потом остается, но все равно суть.
Это просто нереально. То чувство, когда обзор будет, наверное, в разы короче. О, наконец-то, блин. Ну все, ребятушки, закрывайте глазки. Трезист, ну, в принципе, нормальный вариант. Меня этот устраивает. Такс, хорошо. Киндюшатина у нас уже стоит. Ну что, поехали. Пробуем такую вот сборку. Хранитель леса для отхила. И пробуем изначально со слоном. Изворот дает 80 единиц энергии. Когда герои атакуют, даже когда там атакован или он атакует, кулдаун 2 секунды точнее, и увеличивает на 25% уклонение. Хранитель леса плюс питомец, который дополнительно дает еще 30%, плюс такие вот атрибутики. 8195, ребят. Я даже боюсь представить, что сейчас у нас будет. Хотя смотритель от смотрителя, ну смотри, ничего себе. Это что был зеленый смотритель, он миссанул? Ну все, ребят, это огонь, а не герои. Ну, как видите, сейчас посмотрим, как Анубис. 30-й Анубис, ребят. 30-й Анубис замисал. То есть он миссает. Обалдеть. Вот это сборка, ребят. Правда, я не знаю, как тут будет тащить этот. Без слона будем тащить. Но столько уклонения. Это просто нереально. Смотр просто не попадает. Обалдеть. К примеру, я могу вам кинуть того же самого. О, вот наконец-то попали. Это смотр попал. Кинуть того же самого Дрейка. В принципе, тут и Дрейк у нас не подарок. Слили. Так, Асура, а ну-ка, Асура включится. Как видите, там тоже 30-е прорывы. 30-е Анубис, 24-е Асура. И они просто тупо не могут попасть по герою. Я офигею. Вот это мы с вами накачали. Наконец-то. 1,5 минуты. Ну, я думаю, это того стоило. Это прокачка, чтобы постоять 1,5 минуты, посмотреть, как герои не могут убить. Так, Анубис, вот интересно, кстати, очень интересно на Фрейе. Смотрим. Просто изи разобрала. Вообще. А, там тоже 30-е, ну, скорее всего, с точностью. Мы уже выжили, в принципе, так почти максимум. Можно, конечно, еще выживание поставить ради интереса. Но пока тестируем так. Так, космо, это все неинтересно нам. Вот тут вроде кучно стоят. Вот видите, смотр сколько выносит. А посмотрите на лазулю. А, вот попал кто-то. Сейчас попробуем слона уберем и тоже пойдем в рейд, посмотрим как. Ну а так, видите сколько мисса. Это реально дофига. Если будет отхил, это просто жесть, ребят. Ну-ка, давайте еще разок. И попробуем с ангелом. А потом попробуем очень интересную сборку. У 24-й. Асура. Рейка. Ну вот ради интереса просто давайте через этого забежим. Попадают. Попадают. У кого есть точность, видите. Не спасает это все. Просто сливают.
Давайте попробуем другую сборочку. Поставим ангела. Ради интереса уберем ожог, поставим выживание. То есть такой вариант. Либо даже не такой. Давайте попробуем. Вот стандартный наш вариант, который я когда-то показывал. Утекание. Утекание, но возвращаем обратно слона. Вообще без вариантов просто. В общем, нужен все-таки ожог ему. Так, хорошо. Если не такой вариант. Так, семерка, семерка, семерка. У кого-то у нас еще семерка есть. Так, кто схватил? А, вот. Отлично. Так, съесть. Поехали. Вы понимаете, что тут будет. Он сейчас будет уходить в инвиз, но я думаю, скорее всего, его все равно будут сливать. Так, заряжается космос. Смотрим на примере космос. Все, до свидос. Просто он даже, понимаете, он даже не успевает. Ну, то есть жизни мало. У героя реально жизни очень мало. И вы ничего не сделаете с этим. Осмотр, конечно, лютый. Вот смотрите, опять смотр ударил. Ну, так, в принципе... Я показывал такого душика без прорывов когда-то, но он реально крут. Ну и даже тут, посмотрите, огник по ему мисует, этот мисует, а вот просто попали, и все, и на этом все закончилось. Мало-мало жизни, очень мало. Да, он будет трешовать, можно будет как-то им даже на битве гильдии попробовать, но даже он 1 200 000 жизней не спасает его. Ну, то есть, вариант ожога самый-самый идеальный. Конечно, ожог плюс утекание, мне кажется, даже будут еще поярче. Сейчас опять смотр, наверное, зафигачит. Хотя нет, смотрите, миссанул. Минус лям. Просто минус лям, и все. И он ушел, просто улетел. Ну вот что на это сказать. Это, ребята, это 30-й прорыв. Это не просто вам там душек. Это душек с нормальными такими статками. Так, окей. Тут мы посмотрели так вкратце. Поехали. Интересно посмотреть. На кошмар. Давайте здесь попробуем. Вот просто интересно даже, сколько череп будет его бить и как долго. Это сможет продержаться. Ну, пока вы знаете, даже мисса не показывается. То есть, по сути, его так ничего шатают. Точнее, он шатает. Ну, тут смотр, конечно, еще бьет. Ну, 360 тысяч-то. Такое себе. 180, тут смотр просто разбирает уже. Так, окей, давайте дальше. Что там у нас гильдийского?
Босса нет. Где я хотел его тестануть? Вылетело с головы уже. Так. Хотя, в принципе, что мы тут затестим? Поехали на аренку. А тут, я думаю, он будет... Ну, должен, по крайней мере, отжигать. Но это, опять же, зависит все от противника. Видите, смотр ударил и все. Ну а так дальше, блин, держится хоть как-то, но держится худо-бедно. Ну все равно сливают. Не вариант. Ну-ка давайте на кошмарку. Вспомнил, что я хотел. Мне интересно здесь. Конечно, опять же, у нас сборка собрана не так немножко, как она должна быть. Ну, посмотрите, мисс. Срабатывает ожог плюс уклонение. Я думаю, один на один. Пишите в комментах, хотите ли вы видеть один на один. Я затестирую обязательно. Посмотреть, как он будет против других героев. Такой сборки тащить. Желательно, наверное, 200-е. На десяточки сделаем. 10 героев топовых. А тут просто Unreal. У него дефа нет, но по нему попасть просто не могут. Нереально. Вот это сборка. Нету смысла тут сидеть. Ну, давайте еще ради интереса. Ну, я думаю, тут сливное все. Все, все и вся. Хотя, посмотрите, я офигею. Видели, сколько миссов? Честно говоря, в шоке. Ну-ка еще разок. Может, это так совпало? Но нет, нифига, ребят. Посмотрите, сколько по нем миссов проходит. 10 секунд держится. Вот 10 секунд. Теперь смотрим любого другого героя. Секунда, раз, и все, пропал. Этот... пропал, этот пропал. То есть вы понимаете, да, в дефе, что он будет чудить. Ну, это еще подруга тоже может, но все равно слились. То есть что он делает, это нереально. Поехали на аренку. Хотя тут один он ничего не сделает, потому что это не то, что потому что это вообще командные просто игроки, все. Тут вариантов нет. Такс, хорошо, поехали дальше. У нас по плану ЗБшка. Вот я думаю, в ЗБшке на такого попасть, он просто тупо пачку разнесет. Ну как разнесет? Он не пройдет, если попадут на моего душика. Его очень сложно будет убить. Ну и он, в принципе, не особо там дамагер забирает, энергию. Но если по нем не попадают, то по нем уже не попадают. Вот это самое такое немаловажное. Смотрите, что делает. Они не заряжаются. Как видите, их эти не заряжаются. Почему? Потому что герой просто тупо не дает им попасть. Обалдеть. Мисс. Ладно, выйдем. Может, кто-то нам такой более интересный. Так. Ну, я же говорю, если заточенная Фрея на точность, от нее это явно не спасет. Но тут посмотрите, что делается. Опять же,
Космо Мисоед. Офигеть, 21-е, ребят, 21-е прорывы. Они не могут справиться с душиком. В общем, душик тащит. Нереально круто тащит. Такой сборки. Такая же сборка для Кенди будет похожая. Ну, посмотрите просто на вот это. А у Кенди еще 30% добавляется уклонение. Они его не могут убить. 3 минуты и все. Они по нему просто не могут попасть. Это жесть. Знаете, хотите кому-то поднасрать, поставьте просто одного душегуба и все. И соберите там вторую пачку топовую. Просто жесть. Да, вот это действительно герой, который достойно показывает себя на 30-м прорыве, потому что очень мало таких героев, которые реально будут так тащить. Так, отлично. О. Что вам сказать, ребят? Вы, в принципе, сами все видите. Это просто аут. Ну, герой. По сути, имеет только хранителя леса для отхила. Посмотрим, сколько отхилит. Такое себе. Ладно. Вот так вот, ребят, такой вот тест. Пишите, какую вы хотите еще сборочку увидеть, и будем ее делать. Все, всем удачи, всем пока.